В руках кроссовки Adidas Profer, это модель 2017 года. Подошва кроссовок, как мы видим, сделана в виде пенопласта. Отсутствие материала Boost позволило сделать вот такую необычную крутую подошву. Верх кроссовок сделан из качественного текстиля, это материал Prime Knit, который используется довольно часто в производстве кроссовок. Эта модель уже достаточно популярная, у нее есть большая армия поклонников. По мнению экспертов, в течение 2-3 ближайших лет эта модель будет реально на пике популярности.